первый раз помыли, как герой молчком перетерпел все это дело. Скажи, бабушка сумасшедшая, 5:30 утра взялась кота мыть. Крысеныш мокрый. Лапами трясет. Ничего, высохнешь, хоть чистый будешь. Это вы думаете, чего я делаю? Колесо качу. Ой, встал. Нога устает. Ни одного-то мужичка нет. Гагарин, блин. Так хорошо у них поставили кондиционер. Прям заходишь на почту, прям в рай. Прям рада за них. Смотрим. Вот вчера мне сказали, что 15 лет не было такого урожая абрикосов. А я и думаю, почему-то я раньше-то не видела вот такого безобразия. Вот что творится. Ну, смотри, я покупала конфорт за 335 рублей, а здесь... Ой, забыла. Народу, пробки на дорогах в Черноморском. Июль месяц. Стали разбираться с матрасами, а у парня прям любовь открылась. Залезает наверх, довольный такой. Я его унесу, матрас-то. Думаешь, всю жизнь будет тебе тут стоять. Филя! Переезжает вместе с матрасом. Филя! Вытащил его из дома. Ему страшно, но он сидит. Где-то есть-то там, господи. Эй! Глупый. Так отдыхаем. Устал на матрасе кататься. Вот так вот. Мы уже выше бабушки залезаем на деревья. Филь. Вот он. Вот он. Вот ты. Героическая личность. Зато когда бабушка уходит из дома, он кричит дурным голосом. Мужчина у меня в кустах. Филя, Филя.
Что бы еще сотворить, да? Что бы еще бабушка научила по ступенькам ходить? Вот я не знаю, как эти цветы называются, но они на одном кусте и разных цветов.